иду. Кто там? Давид Леонович, из полиции. Старший лейтенант Тимощук, по поводу завтрашнего вызова. Так а мне вроде пришла повестка. Давид Леонович, вы не могли бы дверь открыть? Нам нужно поговорить. Вполне возможно, вам угрожает опасность. Опасность? Вы один дома? Да. Жена и дети на море. А что, собственно, происходит? Отлично. Пошел, пошел, давай, пошел, пошел. Все, свободен. Алло. Сил, привет, это Атапин. Не спишь? Да как бы там спишь? Тут все уже на ушах. Короче, слушай, утром скажи главбуху. Чтобы перечислили все платежи нашим поставщикам. Товар заказчикам отгружайте без задержек по графику. Фабрика должна работать в обычном режиме. Понял. Да, еще, Александр Андреевич, тут мне уже телефон весь оборвали. Кто звонил? Да проще сказать, кто не звонил. В общем, слухи уже до всех наших партнеров докатились, а некоторые вас еще и в новостях видели. Да, рекламная кампания на славу вышла. Никто не верит, что вы виноваты. Спасибо всем огромное, от меня передай. Хорошо, передам. Вы держитесь там. Держимся, Сев. Ладно, все, давай. Черт. Дочь? Маленькая еще. Жалко будет, если с ней что-то случится. Я вас умоляю, я ничего не знаю. Еще раз, ты зачем фуру посылал? Мне Лаврик приказал. Что? То есть я сам узнал, что фабрика хорошая, и прайс хороший, и технологии, опять же, такие немецкие. Да может, ты сам решил с хозяином фабрики наркоту распилить, а? Да его вообще в глаза не видел. Я с ним только по телефону. И про наркоту ничего не знаешь? Здоровьем дочери клянусь, клянусь. Во, то же самое ментам скажешь. А если чего лишнего сболтнешь, то придется и бабу твою. И дочь с сыном. Ты понял? Понял. Я тебя очень люблю. Самолет. И вышлю сканы по электронной почте. Из Белека сразу вылетаете в Тбилиси, к дяде Зазе. Но у Гарика школа. Он и так уже пропустил. А у Лилечки балет. И вообще, мы соскучились уже. Почему мы не можем вернуться в Энск? Что случилось? Через неделю я сам прилечу в Тбилиси и все объясню. А пока, пожалуйста, сделай, как я прошу. Хорошо, Давид. Мы полетим к дяде Зазе и будем ждать тебя там. Люблю тебя, Тамрико. Поцелуй за меня Гарика и Лилечку. И я тебя люблю. До встречи. Деньги!
я тебя спрашиваю? Ах ты, падла! Я тебе сейчас могу дать. Кто тебе деньги эти приносит? Да ты их приносишь! Я тебе хоть нельзя! Весело тут у вас. Да, это Верка Петровичева. Вредная, надо сказать, женщина. Пробовал научить ее в шахматы. Бесполезно. Совсем никогда. Что там? Это участковая, откройте. Открыто, у нас всегда открыто. Что тут опять у вас произошло? Чего вы? Чего вы так подскочили? По одному. Не волнуйтесь. Сейчас спокойно попьем чайку. Пока не там разберутся. Да мне уже пора, я и так задерживаюсь, опаздываю. Я через окно могу. Да ну что вы, что вы? Вы-то так из-за милиции, что ли? Из-за ментов? Да перестаньте. Сидите спокойно. Сюда они не сунутся. Пожалуйста. Петрович заберет участок, Верка тут же бросится его вытаскивать. Приходи. Да я, блядь, я на Алло. Привет, это я. Да, я поняла. Какие планы на сегодня? К Савскому. К 9 в клинику. А что? Я тут родил пару идей по поводу нашего общего дела. Хотел бы с тобой поделиться. В парке. Через 30 минут я собаку выгуляю. Приедешь, поболтаем и поедешь. Угу. Где найти? Да, там площадка для выгула собак. Задумалась. Хорошо, забились в 8. Да, хорошо. Я постараюсь. Договорились. Вау. Че за поза такая новая? Проект памятника Штирлицу? С кем ты там разговаривал? Тебе точно на ручку надо приводиться. С кем ты разговаривал? Когда? Сейчас. В ванной. Я тебя удивлю. Ни с кем. Я слышала. Я брился. Стихи читал. Ты жива еще, моя старушка. А тебе, Марин, пора в наружку. Сделай чайку, я на работу опаздываю. Оперативка в 11. А? С Дэном хочу погулять. А потом управа. Нам с Лягуном перетереть кое-что надо. Понятно. Что тебе понятно? Практически все. Марин, ну, пожалуйста, не начинай. Хорошо, не буду начинать. Только и ты. В следующий раз следи за своим телефоном. Что? Анечка снова на горизонте появилась. Марин, ну какая Анечка? Если ты сказал... Чай сделай. На работу опаздываю. Не дергай. Запазла, родного мужа полицаю взяла. А, ты урод тряпочный, да тебе в году все самое место. Хоть бы ты его, хоть бы... Сама змея. Со словами поаккуратнее, гражданка. Ну, вот видите, вы нервничаете. Да, так что допивайте спокойно. Спокойно допивайте. Вера! Подонок! Он руки убрал, не трожь меня. Привет, Петрович. Куда? Ты закрыли? Стали тут.
Я извиняюсь. Вы соседи будете? Да, я... Я здесь живу, а это мой приятель. Да вы не волнуйтесь. У меня к вам просьбочка. Вы мне в протокольчике черкнете, что все, как говорит пострадавшая. Нет, извините, гражданин начальник. Я не могу. Петрович вон вечером вернется. Объясняй ему потом, зачем я это подписал. Ну, такой... Да, Петрович? Ну, а вы? Так я вообще в гости зашел. Ну и что теперь? Вы что, только по месту жительства свидетельствуете? А что-то мне лицо ваше знакомо. Да меня постоянно с кем-то путают. Все время. А где вы работаете? Да где придется. Перебиваюсь, в общем. Неплохо вы так перебиваетесь, да? Смотрю, часики у вас очень хорошие. Только не надо врать, что на улице нашел. Документики показывай. Документики. Так вот. Извините, пожалуйста. Извините. Ну, теперь я точно пойду. Спасибо большое. До свидания. Извините. Пройдемся или присядем? Ань, ты чего? Ничего. Пройдемся, только Дэна возьми на поводок. Да ладно, пускай псина побегает. Потом побегает. Когда потом? Тебе что, сложно взять собаку на поводок? Ладно, хорошо. Знаешь что, не смотри, на меня не смотри, все вопросы к ней, туда. Ты говорил, у тебя есть какие-то идеи? Я подумал, если твои видения реальны, то единственный выход – это избежать возникновения ситуации. А если другого выхода не будет, как оказаться в это время во дворе? Нужно создать условия, чтобы тебя там точно не было. И где же я буду? В клинике у Борисика. Пускай они занимаются твоими видениями. Я вообще не уверен, что и Саня твой 12-го будет во дворе, учитывая обстоятельства. Не уверен, меня не устраивает. Произойти может все что угодно. Ну, это так, на всякий случай. Если ситуация вдруг зайдет в тупик. Понятно. Саня звонил? Нет. Лен, фу! Фу, хватит! Фу, что ты взял в рот? Выплюнь! Фу! Лен, фу! Фу, хватит! Выплюнь. Фу! Лен, что ты там? Держи его там, отрава! Гектор! Гектор! Что случилось, мальчик мой? Собак! Отзовите собак! Там отрава! Держите их! Док-хантеры! И детей уберите с газонов! Что с ним? Гектор! Мальчик мой! Дайте ему воды и смотрите, чтобы не засыпал. Ага, спасибо большое, я понял. Алло, Валюш, срочно в Камергерский парк вызови машину. Из отравления собак, только быстрее. Ко мне ночью врываются два твоих бандита и угрожают убить семью. Извините, Петр Сергеевич, но мы так не договаривались. Извини, дружище, перестраховка. Ты же все сказал, как они просили. Так а что я еще мог сказать? Молодец. Вот так дальше и говори. Стой на своем. Петь, ну что я тебе плохого сделал? Что ты мне в это дело с наркотой втянул? Не ной. Я... Что тебе могут предъявить? Ты отправил фуру за товаром. Так. Какой-то пот засунул тебе туда наркотики. Ты что, ее лично собирался разгружать? Видел бы ты этого следователя. Он же смотрит на меня так, как будто бы я главный продавец наркотиков в Энске. Знаешь, что меня первый спросил? Почему именно у Атапина вы решили покупать стройматериалы? А ты что сказал?
Что сказал? Что качество хорошее, цена хорошая, немецкие технологии, опять же. Ты же говорил, что у тебя все менты вот в кулаке. По факту по-другому выходит. Форс-мажор, Давид. О чем вы еще говорили? Он сказал, что приезжает некий Мирошкин. Он ведет дело этого Отапина. Тоже будет со мной беседовать. А вот это уже интересно. Ты знал, что так произойдет с колбасой этой травмы? Да, знала. Я как бы видела это заранее. Ну, могла бы свиданку нам в другом месте назначить. Нам с Дэном без разницы, где гулять. С ума сошел? А дети, собаки? В следующий раз просто делись своими видениями, ладно? Поверил мне, наконец? Не поверишь тут. А ты что сидишь? Ну-ка скажи, Аня, спасибо, уберегла. Аня, спасибо, уберегла. Ты звони, если у тебя появится идея получше, чем запрятать меня в клинике. Пока. Я пока здесь. Принесли воду? Вот с этим вот парнем тебя куча народу видела на фабрике. Может, хватит уже в молчанку играть? Да ни во что я не играю, гражданин начальник. У меня память на лица плохая. Вроде он. Вроде. Ты с ним ехал или я? А чего мне на него пялиться, не девка же? Да лучше уж девка была бы. Потому что он тю-тю, а тебя мы взяли с наркотой. А наркоты там столько, что на пожизненное тянет. И вот эти двое, что за тобой ехали, знаешь, что с ними случилось? Погибли в перестрелке с полицией. Не видел я их, но ехала за мной какая-то тачка. А что там и кто там? Оно мне надо. Из Энска нам сообщили, что эти двое там личности известные. А этот кореш их по кличке Лех. И тоже его все знают. Еще раз спрашиваю, он ехал? Он. Только я, гражданин следователь, не при делах. Внимание, вопрос номер два. Откуда в фуре взялся тайник? В Энске соорудили? Понятия не имею. У меня никакого тайника не было. Я не в курсе ни про тайник этот, ни про мужика. А этого я один раз видел. Он подсел ко мне перед въездом на фабрику. Зачем подсел? Так он же экспедитор, у него документы были. Он по ним получал строя материалы на фабрике. А кто тебя с ним познакомил и сказал, что именно он будет груз сопровождать? Ну как кто? Давид Ливонович. Давид Ливонович. Приехали по вызову. Боец. Спасибо. Ну как там? Нормально все. Главное вовремя вызвать успели. Пошли, пройдемся. Слушай, я вечером телек включила, а там... Про Сашу. Ну да. Раз пять показывали, что разыскивается. Да, его обвиняют в том, что он не совершил. Знаешь, Ань, я тебе сейчас одну вещь скажу. Ты только ради бога на меня не обижайся, ладно? Мне твой Саша никогда не нравился. Правильный весь такой. Слишком правильный, понимаешь? Хоть на выставку. А что плохого в том, что человек правильный? Да ничего. Кроме того, что не бывает абсолютно правильных людей. Особенно бывших ментов. Ну вот скажи, что ты знаешь о его прошлой жизни? Все? Да нет, милая, а только то, что он тебе говорил. Ань, ну может, он тебя бил? Не знаю, по бабам таскался, выпивал. Нет. Вот. Именно об этом я тебе и говорю. Что даже на солнце бывают пятна. Ай, не знаю, подруга, бросила ты его, пока не поздно. Охота тебе передачки носить, да по зону таскаться. Валя, я думала, ты мне подруга. Вот именно, Аня, я твоя подруга, а не его. Ну не хочу я, чтобы ты страдала. Я пойду. Аня. Ну ты куда? Экспертиза показала, что взятое на пробу вещество из мешков с сухой строительной смесью – метамфетамин. Водителя фуры мы допросили, а наркоте ничего не знает. Работает, проживает в Энске. С
Сказал, что вышел на трассе ненадолго перекусить. Так, может, ему наркоту там и загрузили? 150 килограмм, Николай Валентинович. Вышел, говорит, ненадолго, купил себе там поесть шаурмы, чая в каком-то ларьке. И тайник в фуре, он основательно устроен. За такое короткое время, средь бела дня, ну, нереально. Замечательно. А что с парнями из иномарки, которые ехали за ним? Тоже ничего не знает? Ну, говорит, что на трассе прицепили за ним. В машине обнаружили два трупа. А наш сотрудник докладывает, что было 3 человека. В итоге, где Атапин, мы не знаем. Куда пропал третий преступник из иномарки, тоже не знаем. Что с получателем груза? Получатель – некий Чкуня Давид Ливонович. Проживает в Энске с 95 года, владелец сети магазинов «Все для ремонта». Ну, его уже допросили наши коллеги из Энска. И что? Тоже ничего не знает. Открываю ворота к нам в гости. Капитан Мирошкин, старший оперуполномоченный. Заместитель начальника РУВД Стропина, майор Копылов Игорь Валентинович. Старший оперуполномоченный отдела по незаконному обороту наркотиков, капитан Павел Мирошкин. Можно просто Паша? Ну, здорово, Паша. Че, фуру хотите посмотреть? Да. Еду в Энск хозяина допрашивать, а предмета не видел. Ну че, пойдем, покажу тогда. Угу. Когда груз-то заберете, а? А что, место много занимает? Ой, да место у меня завались, Паша. Содержимое больно стрёмное. У меня охрана 3,5 человека. У тебя тут дури, черт знает на сколько лямов. Ну, дури все это стало только сегодня утром после экспертизы. А до того это был кристаллический порошок белого цвета. Да. Да не боись, заберем через пару дней. Пару дней еще пережить надо. Я гляну быстро. Да что там, смотри, конечно. Да, Эльвира, я вижу. Гусаренко. Да сейчас иду. Что за наказание? Евгений, послушайте меня. Вам сейчас сделают укол, и сразу станет легче. Никто не хочет причинить вам... Где колеса? Ты обещал! Ты обещал! Ну, на это нужно время. Дай деду позвонить. Я ему расскажу, как твои уроды меня здесь мучают. Свободен. Евгений, все делается для вашей пользы. Роман Аркадьевич поместил вас... Ты пристал! Пристал! Господи, ну дай мне что-нибудь, посмотри, как меня выворачивает. Тише, тише. Вот сейчас Эльвира сделает укол и сразу полегчает. А колесико?
одно маленькое колесико. Я обещаю, сегодня вечером. Ну, быстрее. Осторожней, у вас игла в вене. Господи, ты мог кого-то посимпатичнее найти. Музыку включи и выйди отсюда. Какой трек? Малера. Трагическую. Добрый день, Аннушка. Да-да, конечно. Сейчас встречу. Леша? Леш. Ау. Что ты сегодня? Допоздна? Да нет, пару мест заехать нужно и... А что? Да с Дэном погулять. У нас сводки квартальные. Боюсь, до 9 не успею до дома добраться. Сводки, наводки, разводки. А ты один? Да, один. Ты помнишь Туза? По многим делам светлым проходил, но так и не удалось прижать. Туз. Это который Гусаренко? Роман Аркадьевич? Ага, Роман Аркадьевич. А тебе зачем? Да так, кручу разные варианты, кто мог мед в Энск отправить. Тот ты не знаешь. Друг твой, Саня Атапин. Он же не сам мед варил. Нужны были поставщики. Да ладно тебе. Сам посмотри, как он за 3 года сумел подняться. Неужели это все своими мозгами? Да, сейчас. Не могла бы поискать что-нибудь о Гусаренко? Может, найдешь. А я дело сделаю быстренько и домой. Леша. Ну что, готовы? Приступим. Аннушка, сейчас я вам помогу. Все. Вы мне расскажете, что вы видели на этот раз. Я видела нас с Сашей вот. И еще кого-то в машине. А поподробнее? Я видела мужчину. Он садился в машину. За рулем сидел еще какой-то человек. Думаю, он за нами следил. А где были вы? Мы с Сашей вышли из ресторана. Я видела название. Бриз. Ну, прекрасно. Мы с вами двигаемся вперед семимильными шагами. Я не вижу лиц этих людей. Не понимаю, почему они хотят убить Сашу. А самое странное, я стала видеть события, которые не имеют никакого отношения к убийству. А ну-ка, расскажите мне поподробнее. Мы вместе разберемся. У меня было 2 видения. Сегодня перед визитом к вам я встречалась с Лешей. В парке возле площадки для выгула собак. До Хантера раскидали отравленную колбасу, и одна собака съела и отравилась. Я видела это утром в зеркале, примерно за полчаса до того, как это произошло. Интересно. Так, а вы сказали, что видений было 2? Да. Еще я видела двор или склад с такими, знаете, железными воротами, которые отъезжают вбок. А потом появились люди в камуфляже. С автоматами, как в кино, и я не понимаю, почему тут эти люди? Этого места никогда не видела. Ну, Аннушка, все в мире тесно взаимосвязано. Иногда кажется, что какое-то событие или люди никакого отношения к нам не имеют. Но стоит потянуть на кончик невидимой нити,
разматывается целый клубок. Пока он размотается, Сашу убьют. Осталось совсем немного времени. Терпение, Аннушка. У вас ведь долгое время вообще ничего такого не было. Потом вы увидели, что вашего жениха хотят убить. Теперь у вас сведения идут неким потоком. А это значит, что нам с вами удалось прорваться через ограниченный временной круг. Я думаю, что с каждым сеансом мы будем приближаться все ближе к истокам. То есть к тому, что именно явилось поводом для убийства. А потом мы попробуем изменить либо исходные события, либо контекст. То есть будущее. А вы думаете, я смогу? Мы сможем вместе. Аннушка, ваш дар и мой многолетний, и я не постесняюсь этого слова, бесценный опыт, именно это поможет нам изучить процесс и логику видений. Верьте мне, у нас все получится. Все. Прослушку поставил. Мать сказала, что не видела его уже целую неделю и на связь не выходил. Видно, до того, как менты фуру взяли, он на дно залег. Ну ты там, надеюсь, без фокусов? Ну, Роман Аркадьевич, представился, что партнер по бизнесу. Сказал, что договорились встретиться. На встречу не пришел, на звонки не отвечает. Ну вот и все. Попросил у нее воды попить. Ну, пока она вышла, я... Она заволновалась, когда узнала, что Кэп пропал? Даже глазом не моргнула. Сказала, не видела, и все. О, контакт. Нет, сказала, все, как ты велел. Сказал, Жорой зовут, рожа бандитская, ужас. Игорюша, я так боюсь, во что ты опять вляпался, а? Где ты сейчас? Не нравится мне твоя Илона. Ну все, я тебя целую, целую. Ну вот. Ну, как минимум, он из города не свалил, так что будем искать Илону. Поехали. Ага. Так что с Аннушкой твоей мы сегодня хорошо поработали. Есть явный прогресс. Спасибо, Борь, держи меня постоянно в курсе. Хорошо. Ты принёс, что я просил? Спасибо, Лёшенька, а то я уже весь извёлся. Тяжёлый случай с этим Гусаренко. Тяжёлый. Знаешь, я пробил, он по сводкам у нас раз 20 проходил. Если б не ты, его блатной дед, он бы давно уже зону топтал. Ну, просто он очень больной человек. О, и ты его вылечишь, да? Ну, с Ирой Громовой тоже не сразу все получилось. Ну, вытащили. Да и у тебя, скажем прямо, не самый легкий случай был. Боря, у меня, слава богу, без наркоты обошлось. Ох, Лешенька, еще неизвестно, что лучше, наркотики или вот эти твои? Боря. Вот если бы тогда тебя твой друг Атапин вовремя не привез... Боря! Вы не в курсе, почему? Что-то по работе? Не знаю, на работе вроде все в порядке. Может, что-то личное? Жена, подруга? Ну, не жена, а подругу я никогда не видел. Боря! Стой! Боря! Что такое? Помоги! Что? Я не смог. Жить захотелось. Я подумал, что смогу все исправить и... Все хорошо, вот, Леша, все исправим. Никто ничего не узнает на работе. Поехали! Жить захотелось уже неплохо. Что вы стоите? Готовьте манипуляционные. Идите уже. Ну все, все. Все, Леш. Извини, но не будем вспоминать прошлое. Леш, мне на обход надо. Войдите. Вот мы и пришли, дружище. Саша. Ну вы же... Вы что здесь делаете? Откуда у вас собака? На улице привязалась. Голодная, холодная. У нее на боку рана. Нам срочно помощь нужна ваша, Валь. Отойдите, не мешайте работать.
Ну, ничего страшного. Это мы вылечим. Собаку оставляйте и уходите отсюда. Мне нужно увидеться с Аней. Аня в отпуске. Вы же можете ее вызвать. У нас пациент. Ему срочно нужна операция. Могу, но делать этого не собираюсь. А вам лучше отсюда убраться, пока я не вызвала полицию. Вызывайте. Но сначала выслушайте меня. Валь, мне действительно очень жаль, что я вам с первой нашей встречи не понравился, но Аня ваша лучшая подруга, и я ее очень сильно люблю. Мне нужно с ней встретиться, мне нужно с ней поговорить, объяснить кое-что, успокоить. Пожалуйста, я вас очень прошу. Вы прибыли к пункту назначения ресторан «Бриз». Руководство маршрутом окончено. Давай, Лёш, слушай. Мы уже 3 часа разговариваем. Я стройматериалы покупал. Все. Долго мы еще будем беседовать? Ну, если вам больше нечего мне сказать. Да, да, муха. Ты скажи, что ты хочешь, чтобы я сказал. Я скажу. Правду. Правду, Давид Ливонович. Только правду. Скажите, вы ведь хорошо знаете Петра Сергеевича Лавриенко по кличке Лаврика? Нет, не знаю такого. Да? А у меня другая информация. Какая информация? Интересно. Давид Леонович, я вам настоятельно рекомендую начинать сотрудничать со следствием. Поверьте, я на вашей стороне. Я понимаю, что вы ни в чем не виноваты. Это же Лавренко вас заставил, да? Вот так все. И напишите. Что? Все. Как познакомились с Лавренко? Как он с помощью угроз заставил вас отправить фуру Атапину? Не буду я ничего писать. Не знаю я такого. Лавриненко. Значит, отказывайтесь, гражданин Чкони. Дело ваше. Только знайте, просто так это вам срок не сойдет. Пока свободно. Выдохни. Успокойся. У тебя позиция железная. Не знаю, не видел, не знаком. Ты про наркотики что-нибудь знаешь? Нет, ничего. А со мной ты знаком? Первый раз слышу. Не видел никогда. Молодец. Вот так дальше и говори. Вылез. Этот меня допрашивал. Поехали, Давид.
Вы будете ассистировать? А где животное? Нюта, тихо. За тобой, скорее всего, следят. Давай делать вид, что мы оперируем. Нюта, милая, мне нужно уехать на несколько дней из города. Я хочу проверить одного заказчика, который прислал мне эту чертову фуру. Саша, я сказать тебе должна, ты только поверь мне. Я знаю, что тебя хотят убить. Их двое. Я пока не могу рассмотреть их лица, но это пока. Я очень-очень стараюсь. Они будут стрелять в тебя возле нашего дома 12 октября. Значит, у нас с тобой много времени, чтобы успеть спасти меня. Я знала, что ты мне не поверишь. Я тебя очень люблю. Сашечка. Вот этот змей. Вижу. Я вился, не запылился. Ну что, вызываем Костю и берем его за жабры? Нет. Поводи его, денек. А завтра вечером мы решим. Посмотри, куда он ездит, с кем встречается. Может, засветится кто из знакомых персонажей. Ага. А если он ментам продался? Вряд ли. Они бы его спрятали. А поскольку он сам по углам мыкается, то крыши ментовской у него нет. А вот с кем он кентуется, интересно узнать. Домой? Нет, в клинику. Здорово, Петр Сергеевич. А че ты так разулыбался-то, а, Паш? Так, тебя рад видеть снова. Да я бы тоже был бы рад тебя видеть, если бы товар наш не конфисковали. Так, небольшая накладочка вышла. Весельчак ты, Паша. 15 лимонов зелени ты накладочкой называешь? Я ничего не путаю. Это твоя идея была гнать сюда товар в фуре со стройматериалами? Ну, типа так безопаснее. Ну, ты понимаешь, обстоятельства таким образом я сложились, не слышу, что... Паша. Петр Сергеевич, я часть своей работы сделал, товар отправили. А дальше нашему начальству поступил сигнал. Моей вины в этом нет. Отправку остановить я не мог. А сообщить? Тоже. О том, что товар спалился, я узнал уже на оперативке. Сообщить не было никакой возможности. Где сейчас находится фура? На спецстоянке в Стропино. Ладно, собирайся. Куда собираться? К нам на базу поедем. Поужинаем. Так а зачем нам куда-то ехать, а? Мы здесь можем поговорить. Там сподручней, Паш. Да и еда не в пример здешней. Одно горячее чего стоит. Правда, хам? Валюш, спасибо тебе огромное. Ты нам так помогла? Угу. Надеюсь, это в первый и последний раз. И учти, я в эту авантюру ввязалась только из-за тебя. Потапин твой. Преступник. Да неужели ты могла поверить, что Саша... Ну что, Саша? Хочешь испортить себе жизнь? Твое дело. Вот мне совершенно не улыбается с полицией объясняться. Ты вообще хоть понимаешь, какой скандал начнется, если они узнают, что у нас в клинике был человек, которого полиция разыскивает? Извини. Этого больше не повторится. Пока.
Не, ну ты посмотри на нее, а? Она еще и обижается. Леш. Я же просила с Дэном погулять. Ну, не получилось. Легунов управу вызвал. Нагрузил. Пока Громов и компания за Тапиным бегают, то ты должен с текучкой разбираться. Нашли крайнего. А я заходила к тебе. Кабинет был закрыт. Выходил, наверное. Куда? В сортир. А мобильный почему отключен? Мариш, иногда я работаю. Когда я работаю, телефон выключаю. Ты домой сегодня собираешься возвращаться? Который час? 10:30 уже. Через час буду. Через час. Ясно. Как обычно. Марин, Лёш. Стой. Езжай домой. Приготовь ужин. С Дэном погуляй. Я приеду и что-нибудь привезу для нашего романтического вечера. Только если ты намерен где-то задержаться... У меня совершенно другие планы на сегодня. До вечера. Я жду тебя дома. Проснуться, у него очень чуткий сон. Мы даже музыку не выключаем. Мы обещали вылечить его. Вместо этого кто снова дал ему наркоту? Это заместительная терапия. Не надо мне вешать лапшу. У Жени были очень сильные боли. Тяжелый рецидив. В таких случаях может остановиться сердце. Я просто вынужден был. Еще раз это повторится, убью. Нет, это был исключительный случай. Давай. До завтра. Марин, я закончил, чего купить? 24 часа так и зайду. Давай. Стой, Леш. Не оборачивайся. Куда шел? В магазин. Хорошо. Теперь к машине пойдем. Сань, ты что? Головой не верти. К машине иди. На машинке давно не катался, соскучился. Что ты от меня хочешь? Поговорить хочу, Леш. Накопилось вопросов много. Ну, давай, задавай. Да как-то неудобно, на парковке МВД. Прокатимся, говорю, давай. Давай. Головой не верти. Куда едем? Куда захочешь, туда и поедем. Поехали ко мне на дачу. Ты там с того Нового года не был, там никого. Переночуешь и поговорим. Ну, поехали. Только я... Спокойно. Можно? Можно. А вот не надо было каркать.
Привалило забот. Я домой не приеду. Все, пока. Жениться тебе на ней надо. А знаешь, вот этого совета я и ждал. Все думаю, что я не так делаю? Семь дней.